чем вот оригинальность и сложность ее изобретения? В чем? Ну, во-первых, мы, вот, как вы видите сами, да, мы добавили краски и клавиши физически на клавиатуру. То есть и разместили их в центральном блоке панельно-цифровых клавиш этой клавиатуры. Ну, суть в чем? В том, что до этого, то есть, как бы, краски и буквы находились чисто в цифровой части клавиатуры, где уже расположены, ну, многие другие функции, да, как клавиш, такие как цифры, там, дополнительные символы. То есть это для удобства потребителя, да, делается? Да,